Первые дни июля выдались жаркими для нашего региона. Вместе с этим для хлеборубов района настали самые горячие дни. Заканчивается уборка зимнего ячменя, впереди жатва главной сельхозкультуры пшеницы. На сегодняшний день картина по уборке озимых зерновых в целом по району выглядит следующим образом. В районе завершается уборка озимого ячменя. В районе всего было посеяно и к уборке подлежало 1700 80 гектаров озимого ячменя. На сегодняшний день убрано 1500 гектаров. В районе остается убрать 200 гектаров ячменя. Это значит Ходзинское сельское поселение, где еще вообще не приступили к уборке ячменя. Где-то там и позже она созревает, ячмень. И в других сельских поселениях по чуть-чуть осталось. Ну, в течение 2-3 дней, я думаю, мы полностью завершим уборку ячменя. На сегодняшний день уборка урожайность ячменя составляет 47,2 центнера. 47,2. Это нас вполне удовлетворяет. Это и с погодными условиями, которые были весной, неплохой урожай. Больше, чем в прошлом году, на 2-3 центнера. Также в уборке идет уборка зимующего рапса. Из 500 гектаров посеянного на сегодняшний день убрано уже около 400 гектаров при средней урожайности 12 центнеров по району. Сегодня также приступили к первому Игнатьевском сельском поселению к уборке пшеницы, озимой пшеницы. Первые намолоты урожая нас как бы радуют. Больше 50 центнеров с гектара выходит. Всего примерно мы сегодня встречались с фермерами района, разговаривали. Как бы влажность на сегодняшний день составляет озимой пшеницы 15-16%. При к уборке должна быть это 14% где-то. Но я думаю, день-два они все приступят, большинство приступят к уборке озимой пшеницы. На сегодняшний день в районе убирать озимой пшеницы больше 12 тысяч гектаров. Уборочная техника в районе имеется. У нас всего 115 единиц уборочной техники. Так что готовы, подождем до определенной влажности и полностью начнем уборки. Я думаю, в оптимальные сроки полностью завершим. Завершив уборку озимого ячменя, первыми к жатве озимой пшеницы приступили в хозяйстве крупного предпринимателя Зураба Зехова. В момент нашего приезда на поле наблюдалась красивая картина. 5 комбайнов, 2 из которых новенькие один за другим, скашивали и обмолачивали крупные зерна пшеницы. Мы встретились с управляющим хозяйством, который подробно знакомил нас с ходом уборки. Ячмень уже убрали, приступили к уборке пшеницы. Ячмень дал 35 центнеров с гектара, потому что внизу вода была. Там уже выстрелили. Сейчас здесь урожай хороший идет. Мы надеемся, где-то на 55-60 центнеров с гектара будет. У нас 5 комбайнов, все новые. Вот эти комбайны, акросы, только первый год работает у нас. Пожарная машина, плуг с трактором, все. Полевая кухня, ужин, 5 часов они будут есть. И вот так мы работаем. Вся ответственность на жатве ложится, как правило, на плечи комбайнера. В хозяйстве Зураба Зехова трудятся опытные с многолетним стажем механизаторы. Комбайнеры все молодые, очень хорошие ребята. И они широкого профиля, и сварщики, и комбайнеры, и водители. В общем, все в их руках. Они зарабатывают неплохо. Снабфирма Чернышов Сергей. Очень хороший тоже механизатор, работает, все нормально. Пожелаем фермерам высоких урожаев.